Ну а в Кировском округе Омска состоялось торжественное открытие нового помещения райкома. Символичную красную ленточку разрезал первый секретарь комитета Кировского местного отделения КПРФ, депутат Законодательного собрания Омской области Николай Иванов. Благодаря Омскому обкому КПРФ у городского местного отделения появилось собственное помещение. Оно расположено в цокольном этаже новостройки на улице 12 декабря. Здесь будут проходить заседания бюро Кировского райкома, собрания местных первичных организаций, а также другие внутрипартийные мероприятия. Именно здесь будет размещаться и общественная приемная депутатов. Сегодня в Кировском местном отделении трое депутатов Омского городского совета и еще трое законодательного собрания Омской области. Кто 18 сентября изберется и в законодательное собрание, и в 2017 году изберется в городской совет, тоже будет иметь возможность здесь, в авиагородке, проводить свои встречи, свои мероприятия.